Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном видео. В этом уроке я подготовил для вас красивый виджет Background. Это торнадо из таких квадратов. Сейчас вы видите, как он работает. Вот такие вот белые квадраты кружатся. Данный виджет хорошо подойдет для вашего фона. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим настройки данного виджета. Из библиотеки я перетаскиваю виджет на холст. Данный виджет не имеет никаких настроек. Этот квадратик вы можете разместить, например, где-нибудь наверху. И давайте сразу посмотрим. И у нас потихонечку начинают проявляться такие квадраты. И потом они немножко меняют свое местоположение, но они постоянно крутятся и делают симпатичный такой эффект. Данный виджет вы сможете скачать у меня на сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!